В ООН тоже готовится к выборам. На минувшей неделе в штаб-квартире вели открытые консультации с претендентами на пост генерального секретаря. И это впервые. В ответ на критику процесс выборов решили сделать максимально открытым и прозрачным. Но сторонники реформ в ООН готовы пойти дальше. На смену нынешнему главе организации Пан Ги Муну впервые за всю историю организации предлагают свои кандидатуры женщины. Бывший премьер Новой Зеландии Хелен Кларк, болгарский дипломат, глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич и бывшая глава МИД Молдовы Наталья Герман. Кандидатуру на высокий международный пост должен утвердить Совет Безопасности, а в нем согласия, как водится, нет. Но, пожалуй, можно начинать привыкать к фразе «мадам генеральный секретарь».